Добрый день! Это наш второй видеоотчет о лечении в центре БР «Давид». Мы хотим поделиться нашими новыми успехами. Милана стала определенным образом заявлять о своих желаниях. Если ей что-то нужно, она подходит к взрослому, берет его за руку и ведет за собой. Если ей нужно пить или кушать, она ведет на кухню. Если она хочет спать, она идет к своей кроватке. Если она хочет купаться или гулять, то ведет к одной двери или в ванную комнату, соответственно, становится понятно, что ей нужно в данный момент. Также она стала обращаться за помощью, если ей нужна помощь с игрушками, что-то включить, открыть, собрать. Вот, если она хочет посмотреть мультфильм на компьютере, то она приносит мышку от компьютера, вкладывает ее тебе в руку, становится понятно, что она хочет. Вот, то есть она стала такой более реагирующей при взаимодействии с другими людьми. Ее больше стали интересовать игрушки. У нас практически исчезло вот это бесцельное, бесконечное хождение по комнатам, бесконечное лазание на мебель. То есть она стала такой более усидчивой. Вот такие вот у нас успехи. Большое спасибо Давиду. Вот, всего доброго.